ты. Кстати, первая девушка, которая показывала нам тесты, вот эти два кружка, это вот она про тебя. У меня будут тоже тесты. Тоже тесты? Спасибо, Вика, проходите. Ну нельзя спокойно, равнодушно смотреть на такой грудь, я понимаю, Глеба. Она упала, это понятно. Это неприлично. Это неприлично, ты мне говоришь? Ну да. Ты в таком разрезе пришла и говоришь, это неприлично.